Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка, второй класс. Тема урока «Что зимой мы любим делать?». Цель урока – ты будешь учиться составлять из слов предложения, пересказывать текст. Упражнение номер один – послушай стихотворение. «Что зимой мы любим делать?». В снежки играть, на лыжах бегать, на коньках по льду кататься, на нескорой на санках. Начаться. Напиши в тетради, выделенной в тексте, словосочетание. Что дети любят делать зимой? В снежки играть, на лыжах бегать, на коньках кататься, на санках мчаться. Дети зимой любят кататься на санках. На коньках бегать, на лыжах играть, снежки. Кататься на лыжах шанга тебу, кататься на коньках коньки тебу. Лепить снеговика ахкала жасау. Упражнение номер два. Составь предложение. Напиши их. Ночью белый снег выпал, ночью выпал белый пушистый снег. Утром ребята слепили снеговика. На голову надели красное ведро. Из угля сделали глаза. Вместо носа поставили морковку. У тебя получился текст? Да, у меня получился текст. Перескажите его. Упражнение номер три. Физминутка. Поиграем. Учитель читает стихотворение и показывает движение. Ученики повторяют за ним. Мы зимой в снежки играем. Мы играем, мы играем. По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем. Потом на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. На коньках по льду летим, мы летим, мы летим. Показывать игру в снежки. Когда шагает, показывает ходьбу шагами. Когда ходит, потом на лыжах мы бежим, показывает ходьбу на лыжах. Какие зимние игры вы показывали? Докажите, что эти игры укрепляют здоровье. Выпишите в тетрадь предлоги. Мы показали игры в снежки, ходьбу на лыжах, катание на коньках, ходьбу по снегу. Предлоги «в», «по», «на». Упражнение номер 4. Почему так говорят? Спиши предложение в тетрадь. Зима – лучшее время для укрепления здоровья. Так говорят, потому что зимой свежий воздух в это время хорошо закаляться. Упражнение номер 5. Рассмотри картинку. Расскажи, чем заняты дети на улице. Какое это время года? Какая одежда на детях? Какое настроение у них? Дети катаются на лыжах, на коньках и на санках. Время года – зима. На детях теплая одежда. Настроение у детей отличное. Они веселятся. Упражнение номер 6. Работа в парах. Поделись впечатлениями о своих зимних развлечениях. Напишите в тетради. Образец. Я люблю кататься на санках. Я люблю кататься на санках. Я люблю играть в снежки и лепить. Снеговика с друзьями. Ребята, урок окончен. До следующего урока.